У меня есть к вам большая просьба. Вообще, как уже говорила, приехала из ТБ. И мне нужно, чтобы вы все показали, как вы любите свой город. Город? Южный! Город? Южный! Ну, пожалуйста, погромче чуть-чуть, вот там особенно задние ряды. Пожалуйста, давайте все покажем, как мы любим свой город. Я его люблю и буду кричать вместе с вами. Город Южный! Вот, значит, мне сейчас нужно сказать Паше, значит, вот здесь, да? Простите, пожалуйста. Мне сейчас нужно сказать Паше о том, что я, Жанна Берегон, ко мне приехал телеканал СТБ, и это город... Южный! Класс! Мне так нравится, давайте еще. А, да, извините, я не правильно сказала. В общем, еще раз. Раз, два, три, я после города кричим... Какой город? Я так и не поняла, на самом деле. Ой, мне тут подсказки. Южный, да? Город? Южный! Класс. Вот. Значит, ребята, после города кричим Южный. Вот. Я Жанна Берегон. Это моя правда на телеканале СТБ. И это город Южный! Есть? Спасибо вам огромное. Всех с праздником. Люблю, целую, обнимаю. Ждите новинок. Вот, новостей. Новинок новых песен, то бишь. Вот, я вас очень люблю, поздравляю с праздником. Так как День молодежи, еще одно хочу сказать. Подрастающее поколение. Не бойтесь ничего. Все получается, все получится, и какие бы преграды ни были в жизни, все у всех будет хорошо. Я вас люблю. А еще раз? Ой, извините, хотела уже уходить. Так, после города кричим Южный, да? Да, да. Город? Южный! Еще громче, ничего себе, класс. Давайте, в общем... Я, Жанна Берегон, это моя правда на телеканале СТБ, и это город Южный! Есть! Поздравляю вас, ребята, я вас очень люблю! До новых встреч! Спасибо, друзья, люблю!